снова всем здравствуйте. Я вот до обеда дома просидел, и все, и не вытерпел, утек. Пришлось сюда вот на берег Томи. Вот затон небольшой. Вот сейчас я вдоль этой речки пойду грибочки искать. Да что их искать, я знаю, где они. Ну, примерно. Ну, что из этого получилось? Сейчас мы посмотрим. Я за груздями вообще-то захотел что-то. Приспичило. Ну, вперед. А вот тут вот осинки. А вот ветка обломанная. Это мы здесь один год как-то котейку спасали. Он забрался туда. Вода была большая. Как он там очутился, я не знаю. Мы с каким-то пацаном, короче, с дедом начали залазить туда. Я не смог, дед не смог. А потом парнишку попросили, он забрался, нам котейку оттуда спустил. Мы его вот здесь накормили маленько. И дальше пошли. А он от нас удрал куда-то туда потом. Это дамба. Город там. Все. Ну да, еще вот когда кота спасали-то. Ссылка вот здесь вверху будет в описании. Можете посмотреть, как мы там ползали по этой осине. Но я не ползал. Вода холоднющая была. Ну, мы пробовали, пытались что-то сделать. Ну, посмотрите, в общем. Ку-ку! Я пошел. Сейчас спущусь потихоньку. Не навернуться бы. Оба-на! И все. Опачки! Опачки, опачки, опачки. Ну все, я начинаю поиски. Вон там рыбак сидит, рыбку ловит. Подсохло болото, протока, затон, старица. Как ее еще назвать? Вон уточка сидит, балдеет. Ладно, все, поехали грибы искать. Ну вот, ребята, смотрите, вон торчит между двух осинок. Вон грусть я вижу. Все, он тут не один, я его вижу уже много. А вот еще сквозь кустики. Сейчас подойдем поближе, посмотрим. Вот я подхожу, так, 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 так. Опачки. А вот они, грибочки. И мы их начинаем косить. Все, достаю нож, сажусь на 4 кости и пополз. Вот она тропинка, вот он землю ломает, вот землю ломает, вот они груздочки лезут. Сейчас еще глазки оденем, чтобы гнилых не наложить. Ну, смотрим. Давайте, ребят, демократы, выходите отсюда. В торбу. Вот они такие вот загнутые. Его поди уже срезали здесь. Вот маленько есть здесь пакость. Какая-то есть его. Я его сейчас уберу. Вот еще чуть-чуть есть, уберу. А так, в принципе, там он прям хорошенький грибочечек. Ну, грузди они такие. Есть, которые в песке прям. О, только бугорки торчат из-под песка. Ну, а буду скидывать так вот с ней грязюку чуть-чуть. И в пакетичек. Грузди они в пакете хорошо переносятся. Это вам не какие-нибудь там другие. Кто они, например, под березовики. Тю, отрезал. Ну ладно, все, на базу его. Тут еще два. Ничего не прошел я лишнего. Опачки. О, проволока. Вот сейчас я с нее сделаю себе эту крючок. Так. Так, вот такой крючочек сейчас я себе залеплю. Вот так.
Так. Все. Отломал. Кусок себе. Эх, горячая. Аж через перчатку продавливает. Кипяточек. Она вон отломилась как. Просто в обратную сторону загнем и все. Эту канитель, проволочку эту. Опачки. Иди сюда. Во. Кузнецы отдыхают. Тут в рукопашную с шестерочкой. Раз, все дела. Сейчас мы ее выпрямим, как нам удобненько, чтобы более-менее была попрямее. Вот так примерно отломить, сантиметров 7 бы. Вот тут. Вот этот отломить. А как отломить? Не вижу тут такого дерева, чтобы куда-нибудь можно было загнуть. И сюда не вижу. Так, 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 так. А это будет мало. Вот это. Взять камушек хороший. А этот еще лучше, тут как наковальня. О! И все. Сейчас мы его переколошматим здесь. Он утки на меня смотрит, скажет, что за дурак старый. Тут погром устроил. Ну все, отломал. Обана. Да. Да. Ну еще чуть-чуть. Раз. Два. Все, баста, карапузики. Камень. Мне камень не нужен. Вот они сидят. Утки вот сидят. Ничего не боятся. Их еще не стреляют. Ну, время август. Осталось им совсем чуть-чуть. Я таких палок уже сделал пропасть целую. А сколько я их оставлял в лесу? Потерял. Одну потерял. Забыл, не потерял. Так я за ней возвращался. Не видать. Прячутся. Что не видать? Видать, вот они. Вот они. И мы пришли к ним. Палочку сюда. Ну-ка, ребята. Демократ. Грусть. У него водичка. Прям вот у него водичка. Еще один, иди сюда. Так, вот они, три хороших экземплярчика. Вот они прям ядреные. Маленько вот так вот их размажу. А что их мазать, все равно их мочить. Вот целых три. Так, иди сюда. Сюда, сюда, все. Здоровые парни, из-под земли вылазят, всю землю на себе тащат. Как пуговички. Так. Не видно. Сейчас увидим. Так, ножик сейчас опять складирую. Так. И убираю. Перейти можно? Можно. Я сейчас пойду там посмотрю. Там одно место есть. Только одно. Вот в нем мы посмотрим. Заодно и бобра проверим, как он сам себя чувствует. Че, сваливаешь? Кто это удирает? Эта утка удирает. Я толком-то не вижу. Слепой. Ну, по-моему, утка.
Да, это утки. Все, а тут трава мокрая. Тут или дождик прошел, или оса еще не высохла. Вон, палка мокрая. Пойду сразу туда. Вон они. Сколько там много. Смотрите. Целая пропасть. Жирные селезни в основном. Вижу, он раз, два, три селезня. Четыре. А вот еще балдеют, лежат. А вот еще трутся. Три штуки прямо на берегу. Так, а тут что у нас? Ладно. Пойдем кустами. Не будем их беспокоить. Здесь, наверное, кто-то постоянно отдыхает. У них вон кастрюлька перевернутая. Крышка. Все, удрали, всех перепугал. Привет, братва. Вы когда улетать-то будете? Вы пораньше вылетайте, а то вас здесь расстреляют. Помахал крыльями. Да не понтуйтесь вы. Я говорю, селезни. Все почти. В одном краю, краю уточки, в другом краю. Пока-пока. Все разбежались. Ну, сейчас кружок дадут, да вернутся. Так, ну а мы смотрим. Вот они тут. Помет их. Так, ну а где бобрина? Хоть бы хвостом хлопнул, да удрал бы. Цветочек красивый. Вот еще. А там на острове видел целый, блядь, пучок. Здоровый, здоровый такой пучок. Вот такой цветок растет. Целый кустяра. Огромный просто. Ну как огромный? Ну побольше, чем этот. Так, ну что, бобра съели? Или не съели? Сейчас мы узнаем. Съели его, не съели. О, палочку поправлю сейчас сразу заодно. Так. Вот. Вот так получше будет. Вот грибочки. Сколько я их насобирал на дне. Тю, тут уже ребята прошли вперед меня. Вон его норка была. На той стороне. Вон одна, вон вторая. Все, его тут нету. Хавали, поймали или ушел. Ни входа, ни выхода не видно. Был бобрище, нет бобра. Может, где-нибудь вон там что-то похожее есть, что шевелился кто-то, байговал там кто-то. Но здесь точно его не было. Полезу смотреть грибы, но, по-моему, можно не лазить. Я уже еще одна дамбочка.
так вот и пойдем помаленьку. На что ты наступил? А я знаю, что наступил. Вот. Вот он. Я его раздавил просто и все. Пойдет в торбу. Их тут уже скосили все. Вот он. Насобирал себя грязи. Да, нет, не отлепляется. Ладно, все, где дома. Все. Один, другой, третий и четвертый. Грязные грузди. Что ж такие грязные? Брали бы пример с маслят. Ну ладно, что есть. О! Вот он. О! Вот так вот. Более-менее листиком укрылся и поднялся, и вылез. Поэтому такой более-менее. Вон еще вижу. Вот как мне сверху спуститься или вниз обойти. Вот он. Вот он. Вот он. Иди сюда. Фу, чистенький. Почти. Снизу хорошенький прямо. Какой ядреный. Палка. Вот он. Вот он. Один. Второй. Иди сюда. Вот он. Один. Вот второй. Третий и четвертый. Так. Два. Третий. Уберем маленько с него волоса. Четвертый. Нет, этот не пойдет. Этот не такой. Здорово. Фух. Вот он. С ладошку. Комарики начали жигать. Кыш. Вот так ветки можно обрубить лишний раз, которые мешают. Сухие только. Так, еще раз. Ну вот еще надыбал. На камере у меня батарейка сдохла. А я, как всегда, запасную не взял. Думал, что есть. А проверить не удосужился. Вот результат. Камера в сумке. Достаю телефон. Оба-на. О, какой. Ладный такой. Это вообще ништяк хороший. Итого. Вон сколько. Навалял. Идем дальше. Вот они. Их не, вообще не видно. О, глину размазал. Фу, еще нафиг сейчас. Иди сюда. Один, два, три. Нормальные. Грибочки хорошие.
пойдет. Тудой, и ты тоже сюда иди. Все. Не видать больше. Мужик за мной. Так вот, намашешься этим крючком. Так вот, сбоку. Раз, 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 раз. И пошло дело. Так намажешься за день. Да не за день тут тебе хватит. Часа три и все, и рука отсохла. Ладно, пойду дальше куда-нибудь, туда пойду.